Константинович, подтверждение ваших слов. Груша, в 21-м году ветки наклонились от тяжести урожая. 22-23 год растут волчки. 24-й год груша благополучно отцвела на волчках и завязала урожай. Вот груша тоже обрезалась с понижением кроны. Волчков было в 21-м году, обрезалась в 22-м волчков море. И вот, пожалуйста, груша цветет, волчки цветут на третий год. Вот яблоня тоже обстригалась на понижение кроны, как хозяин объясняет. Волчки третий год, все в цвету.